болельщикам Аталанты приехать. И поэтому сегодня придется бить. Инсинье Супермен был на ваших экранах, но сейчас гимн серия. 31-й, это справа налево линия обороны, в центре. И думается, что с ними очень непросто будет защитникам Аталанты. Но сейчас Аталанта мяч выносит со своей. Соло его встречал и выполнял передачу. Хусайни точную. И снова здорово играет Спинацоло. Гомес низко задержался, но дождался подключения Спинацолы. Спинацоло идет по флангу, простреливает. А если там кто? Там Франкисье. Удар поворотом. Первый. Из-за боковой решил обыграться с пробей Конти. Мяч полетел бы в угол. Передачу Кальехон делает на Эльсида Хьюс. И все прекрасно понимают. В любой момент должны быть готовы прийти сборной на помощь. А в ближайшие годы, я думаю, что эти игроки уже... Масьело, конечно, самый опытный. 31 год. Ну а Конти играет и момент даже сегодня имел. И как без него? Спинацоло головой скидывает мяч дальше. Кальехон до мяча не добрался. Защитником был... Спинацоло. Здорово ушел от Кальехона. Вот передачу сделать не смог. Команда контролирует мяч. Фройлер позволил Спинацоле чуть вперед подняться. Но вот структура сзади должна сохраняться. Пытаются игроки Наполи растащить эту оборону Аталанты. Спинацоло. Нестерпимого для Аталанты тоже нет. В касание передачи могут, конечно, в тупик поставить. Это понятно. Но не ставят, потому что сзади ряды держит Аталанта. Спинацоло нарушил правила, да. Тоже вариант. Передача. И посмотрите, куда пришел Талой за Инсинье. Аж к центральному кругу. Спинацоло перехватывает. Отдает центр Гомес. Но отобрали игроки Наполи. Судья молчит. Спинацоло. Щелинский. Здесь и другие игроки. Здесь Франкисье. И он сразу видит два варианта. Находит Спинацолу. Спинацоло в штрафной. Прорывается. Прострел. А если бы... Леонардо Спинацоло. И сложный харьковский металлист. Вот теперь за Аталанту хочет идти дальше. Лоренцо Инсинье идет сейчас к штрафной. Но его встречают там... Целый час. Первый Гулям, 33-й Альбиоль, 14-й Мертенс, 17-й капитан Гамшик, 20-й Жилинский, 42-й Диавара, 7-й Кальехон, 20-й... Сомнительно. Спинацоло. Гомес. Сразу отдает на этот раз на Спинацоло. Спинацоло. Тут него Хюсай. Технику включил и угловой. Зарабатывает очередной для Аталанты. Солу не играть. Спинацолу сыграл Фройлер. Из глубины. Спинацоло подача. Курсье. Курсье мяч вообще никому не отдает. Не зря им интересуются большие команды. Не зря. Сам он хочет в Манчестер Юнайтед. Признался здесь в прессе. Не даст. Сзади Жилинский остается и Диавара. И пошла атака. Это Мертенс. Но его здесь встречает Спинацоло. Как перестроить? Фройлер. Спинацоло. И уже с ним там борется Дрис Мертенс. Вот, обратите внимание. Спинацоло. Гомес и Питание сразу начали забегание за Хинстве. Как воспользуются Наполи? Будут ли еще какие-то замены? Будет, например, Джекирини на поле. Пока идет вперед Аталанта. Это Леонардо Спинацоло. Он в штрафной. И он подает. И удар! И Аталанта! Зойна! Так должен Франкисье подключаться. Еще оглядывается Кальдара. И он бьет из штрафной и не успевает. Инсинье. И передача Спинацолы. Какой же он красавец. Как же он здорово играет. Как же он спокоен.
Какой великолепный матч команды из Бергамо проводит. Спинацола. Может быть, я их перебил. Фройлер. Спинацола сказал, отдай мяч. Отдал. Здесь Спинацола. Я не знаю, друзья, можно ли назвать этот гол вытекающим из логики игры, но, по крайней мере, у Наполи...